Вот такая фабрика хамона. Тут я заехал по делам. Вот так вот в камере приготавливается хамон. Вот такая красота. И это пока? Могу встретить. А вот тут идет, загружают хамон. Видите, как все закрыто. Вот так вот чистится. Вот так вот чистят тут все. Вот такие вот казематы. Вот другая разгрузочная площадка. Все закрыто, все стерильно. Подъехала машинка, загрузила хамон и уехала. Все настолько чисто и аккуратно. Классная тема. Ну-ка, что у нас тут? Эта камера де ке? А, это я из продукцион. А вот это уже готовая продукция. Ese es el jamón que os preparo a vosotros, el pelado. Para nosotros. El pelado no lleva nada de piel, ¿ves? Nada de, de magro por arriba. Mira. No tiene ni кожу, ni tiene sal. Так, идем смотреть дальше. Что тут у нас? А, вот разделочный цех. А вот это вот интересно. Разделочный цех, это всегда интересно. Посмотрите, как готовится хамон. Все как чисто, стерильно и аккуратно. Машина прошла. Вот. Ага. Вот это, говорит, машина, которая делает. Ну-ка. А ver, aprieta otra vez. Ёшкин кот. Los dientes, la cuchilla. Зубцы. То есть, coge la piel. Он хватает кожу. И haces. Como cortadora de pelo. A ver, otra vez. Ну, сейчас мы посмотрим, как чисто. И где está? La grasa, la piel. Ага, жир. И кожа. И все. И что пол... И que pasa? Ага. И todo. Claro, y tú dejas así, ¿no? Con esa claro. Manera. Ah, vale, ¿Quieres vale. Que le quite más grasa? Le hago otra pasada. Хочешь, говорит, как мы тебе уберем? Все, мы ее уберем. И все, не проблема. Вот видите, а тут куча хамона, это который его выдерживает. Но тема заключается в том, что здесь влажность, и вот он здесь покрывается мхом. Ну и вот я сейчас увидел, как они за все происходят. А вот тут они его очищают от мха этого. Потому что тут влажность, вот парень фигачит. А этот цех для того, чтобы солить здесь вот эти ляжки свиные. Ну, сейчас рабочие ушли. Я тут воспользовался моментом показать вот это оборудование. Это просто. Ну вот я был на многих вот таких вот фабриках. Но вот эта фабрика меня, конечно, очень поражает. Почему? Потому что эта фабрика супер чистая. Настолько здесь все модернизировано, но эта фабрика работает на Меркадона тоже какую-то часть. Вот соль, ну, вот мне показывают, но здесь не видно, что-то не берет. Это, ага. Вот это соль, и вот здесь вот эти вот ляжки засаливаются в таких вот чанах. Так, вот тут я прохожу, вот тут более будет видно, да? Что ж такое-то? Вот соль. И здесь вот это все засаливается, в таких вот чанах. Ладно. Тут уже плохо видно. Пошел я отсюда, потому что мне еще и холодно. А в эту камеру я зашел показать. Здесь очень холодно. Здесь уже посоленные вот эти ляжки. Они должны здесь отстояться 50 дней. А потом их уже отправляют на сушку. Круто, круто.
вообще интересная тема. Так что, друзья, дальше пойдем сейчас. Тут все очень так, как-то очень-очень меня впечатляет. Самое главное, что фабрика небольшая, она сам так снаружи смотрится. А внутри это просто какие-то коридоры такие, которые тут и заблудиться можно. Идем дальше. А это, друзья, склад готовой продукции. Здесь это сушится. Я так это сделаю быстро. Мне тут уже сказали, что осторожно с очками и в очках. А здесь так тепло и хорошо. Видите, вот тоже здесь это все сушка идет. И сушится здесь так. Есть разная сушка. 6 месяцев. 12 месяцев, 18 месяцев, 24 месяца. По-разному это все происходит. Но красиво. Что скажешь, настолько красиво, все адекватно. Прям. А запах такой приятный, вы знаете. Это даже не мясом пахнет, а пахнет как бы хлебом. Вообще настолько все как-то интересно. Ну, интересно, мы сегодня попали. Прошли мы вот это вот все. Так что. Вот такая красота, друзья мои. Иду дальше, посмотрю, что тут они нам покажут. Ну, все очень даже супер классно. Вот это еще старый зал Хамона. Вот еще нам показывают, что тут творится. Вы посмотрите, сколько у него. Ну вот тут. Не видно, тут света маловато. Не знаю, будет видно или нет. Но вот это вот хочу показать. Вот это. Вот этот вот хамон. Выдержка должна пройти 2 года. Это значит 24 месяца. Самый дорогой хамон. Не Иберико. Но тоже очень дорого стоит. Я от этого хамона просто балдею, сколько его тут много. Представляете, сколько съедается в Испании хамона, что такие стоят жесткие объемы. И эта фабрика, она мини-фабрика считается, она небольшая. То есть люди работают, и вот так это все происходит. Ой, какая красота. Ну, прекрасная тема. Ну и вот я уже буду уходить. Ну, хочу вот на прощание показать, как вот эта красота делается. Вот посмотрите, это все очень чисто, аккуратно. И в то же время, смотрите, и полы чистые, и все. То есть я, честно говоря, удивлен такому отношению к работе. Вот насколько все чисто и аккуратно. Так что, друзья мои, на этой, наверное, ноте я свой короткий обзор закончу. Большое спасибо, кто меня смотрит. Ну и что еще у меня будет по дороге, я вам обязательно покажу. Всех благ и до новых встреч.